А это ДТП случилось уже в самом Ноябрьске. В субботу около 4 утра. Его последствия успел заснять один из жителей города. По словам сотрудников ГИБДД, столкнулись Нива, Шевроле и Хюндай. Удалось выяснить, что авария произошла по вине водителя иномарки. Он попросту не предоставил дорогу Ниве. В результате сильно повреждены обе машины. Никто из участников ДТП не пострадал. По результатам экспертизы водителю автомобиля Хюндай теперь придется выплатить штраф в размере 5000 рублей за нарушение правил дорожного движения.